Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Сегодня, в честь Дня Учителя, в нашей школе проходит День Самоуправления, где ученики могут сами попробовать себя в роли учителя и провести уроки. От себя хочу поздравить учителей с этим знаменательным праздником и пожелать вам успехов, терпения и всего самого лучшего. Так как ученики не обладают опытом преподавания, то им помогают наши педагоги, тем самым контролируя доносимый до класса материал. В целом, большинство наших сегодняшних учителей-дублеров хорошо справились с положенной на них задачей. Мы опросили учеников, и они остались довольны временными преподавателями. Здравствуйте. Как вам сегодняшний урок математики? Хорошо. Нравится учитель? Да. Хотели бы чаще заниматься так? Да. Опустошили, испарилось. Прием. Здравствуйте, что вы рисуете? Поздравление. Юлия Николаевна, моему преподавателю. Да, задумаю реки большие, надолго упрячу под гнет, построю мосты ледяные. Нравится, алмазы, жемчуг, серебро. А тут даже у нас ударение на жемчуг поставить. Ветер бушует над бором, вниз гор побежали ручьи. Следующий вопрос. Что стало причиной того, что Владимир Дубровский стал разбойником? Выбрали это и положили на нем свою Владимир печать. Девятый, можно еще раз? Нет, девятый не взялся. Это девятый уже? Это, да, девятый. Махаю руками. Мы с предыдущего конспекта. Под номером 8 относительность движения. Кто у нас по желанию может ответить? Так, ну что такое относительность? Ну, связь, получается, представление наблюдателя с одной системой отчета с представлениями наблюдателя с другой системы отчета. Какая меньше? Или они вообще равны? Должен их сравнить. Нет, скорость будет больше. Будет больше. Ну как ты это скажешь? Ну вот. И потом мы идем в В. Это у нас 20. Потом из В мы можем пойти в В. Это у нас 5,40. А потом из В мы можем пойти в Д. Это 5 будет. Потом. Есть какие-то вопросы? Нет, все понятно. Я сейчас только секунду. Три модели вот в этом номере.